Если нельзя, но очень хочется, то, конечно же, можно. Нашла на ВБшке мини-холстики. Да не простые, а на магните. Штука эта интересная, но все-таки не для маркеров. Но поскольку других материалов нет, я решила все-таки попробовать. Постаралась подобрать цвета и немножечко поимпровизировать. И, как обычно, первый блин комом. Ну или все-таки нужно следовать инструкции. Хотя, как ни странно, свою картину по номерам я доделала маркерами, и получилось очень неплохо. Но, походу, сам материал холста у них совершенно разный.